Я врач. Я сам ставил опыты, но мне нельзя. Авторизация. Майор Петри Нечаев. Доступ разрешен. Скажите, товарищ майор, с вашей точки зрения, как профессионала, наши мирные роботы в боевом режиме действительно смогут воплотить в жизнь операцию «Атомное сердце»? Думаю, запросто. Если роботов полно на всевозможных военных базах, в штабах и пусковых шахтах, и никто не ждет от них нападения, то роботы застигнут американских военных врасплох.
как застигли врасплох подразделения, охранявшие предприятие 3826. Крайне печально. Мир только оправился от войны и вновь массовый жертв. Ну, не так уж и печально, если подумать. Что вы хотите этим сказать, товарищ мой? Если товарищ Сеченов и Политбюро СССР хотят захватить США и даже весь мир, они не станут сражаться с простыми людьми. Но во время боевых действий гибнут мирные жители. Вам ли не знать? Если роботы запрограммированы не убивать гражданских, то атаковать мирное население они не станут. Раз, это же робот, должен понимать. Я робот? Что? Тут в какой-то мере вы правы. Робот перчатка. А что? Нейрополимерные перчатки не будут подчиняться коллективу? Зависит от конструкции. Какие-то будут, а какие-то вполне могут подчиняться только носителю. Но речь не об этом. Мирные роботы, которые войдут в боевой режим, получат этот приказ от коллектива. И тот, кто будет определять политику коллектива, может с легкостью приказать им убивать всех. Ну всех-то зачем? Это же люди, рабочий класс, колхозники, ученые. Твою мать, так вот для чего нужны им эти кольца. Для чего же? Надевать на своих роботов, чтобы они слушались только тебя. Ты же можешь снять с себя мысль и отключиться от коллектива. А робот нет. Так получится, что твой собственный домашний робот сам же тебя в коллектив за шиворот и притащит. Вы правы. Даже машина не способна на такое зверство. Вот бедолага. Вы жалеете труп, майор?
Это изуродованный труп женщины. Совсем недавно тебе тоже было жалко людей. Товарищ майор, человек мертв. Убедитесь, что в будущем мягкость к женщинам не выйдет вам боком. Нет, с тобой явно что-то не так, раз. Попрошу Сеченова тебя откалибровать. Срочно я подаю жалобу. На что, любит? На вашего Штокхаузена. Я был ранен, но мне еще можно было помочь. Я истекал кровью и просил о помощи. А этот ваш штук, как это звучит, вот же что крыса, а? Именно. А то это просто позорище. Не за себя, а... Разберемся. Вас и не стало, профессор. Что же вы наделали? Я должен был получить от вас знания, а получил лишь презрение. Вся моя уверенность зависела от вас, и теперь... Ну ничего, у меня еще остались патроны, я пробью себе путь в науку. Зато я выкрал из вашего кабинета шкатулку с вашей любимой музыкой. Чтобы не забыть, я спрятал шкатулку в сейф. В тот, что с положительным паролем, а не с отрицательным. Чего я вообще смогу добиться, если до сих пор путаю сейфы? Собака. Положительный у собаки.